За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, в усьому світі на катаракту страждають близько 17 мільйонів осіб. Окрім того, якщо раніше катаракта вважалась захворюванням людей похилого віку, то сьогодні цей діагноз все частіше ставлять людям середнього і навіть молодого віку. Про те, коли і як лікувати катаракту, поговоримо з ведучим офтальмохірургом медичного центру офтальмохірургії ОКО, кандидатом медичних наук Наталією Юрівною Бачук. Добрий вечір, Наталія Юріна. Добрий вечір, Марія. Розкажіть, чим характеризується дане заболівання катаракта? Что это такое? Самым главным, основным симптомом катаракты, безусловно, является снижение остроты зрения. Кроме этого, пациенты могут отмечать нечеткость, размытость, могут отмечать неяркость цветов. У ряда пациентов может отмечаться такое явление, как необходимость частой смены очков. У ряда пациентов может отмечаться чувство заслепления при ярком солнечном освещении либо на яркий источник света. Это основные симптомы. Какие причины возникновения данного заболевания? Основной причиной развития катаракты, безусловно, является возраст. Именно возрастная или так называемая старческая катаракта занимает наибольший удельный вес приобретенных катаракт. Кроме этого, конечно же, есть и другие причины. К таковым можно отнести следующее. Это травматические катаракты, которые возникают вследствие либо контузии, либо проникающего ранения глазного яблока. Это так называемые осложненные катаракты, которые возникают на фоне каких-то других глазных заболеваний. В основном это воспалительные заболевания глаза. Это так называемые радиационные или лучевые катаракты. Это токсические катаракты, которые возникают при попадании в организм каких-то кислот, каких-то химических агентов. Это катаракты, которые возникают на фоне общих заболеваний организма, либо каких-то обменных расстройств, либо каких-то эндокринных нарушений. Это, пожалуй, основные вот виды, которые мне хотелось бы выделить. Какие-то, может быть, есть сопутствующие болезни, которые могут провоцировать возникновение катаракты? Есть? Можете такие назвать? Воспалительные заболевания глаза. Вот. А из общих заболеваний это либо заболевания обмена веществ, либо эндокринные заболевания. Для человека, которому вот уже ставят диагноз катаракта, это приговор или нет на сегодняшний день? Потому что многих этот диагноз просто ввергает в ужас, в холодный пот. Насколько это серьезное заболевание, насколько оно поддается лечению, насколько это лечение эффективно на сегодняшний день? На сегодняшний день эффективность лечения катаракты во всем мире составляет порядка 98%. То есть это заболевание, которое, ну, пожалуй, сложно найти заболевание более эффективно лечащиеся, чем катаракта. Единственное, что во многом зависит результат от того, есть сопутствующая офтальмопатология или нет. То есть, да, катаракта лечится в 98% случаев эффективно, но острота зрения после операции будет зависеть от того, есть сопутствующая патология или нет. А в чем состоит сам процесс лечения? Как лечат катаракту? На ранних стадиях, когда катаракта только выявлена, когда острота зрения еще не столь снижена, пациенту назначается наблюдение и закапывание капель, так называемых витаминных капель, которые улучшают обменные процессы в хрусталике и, ну, в какой-то степени либо задерживают, либо предотвращают развитие заболевания. Но мы знаем из практики, что катаракта, если она появилась, она редко останавливается, но чаще она прогрессирует. И на каком-то этапе при определенном снижении остроты зрения, которое уже снижает качество жизни пациента, возникает необходимость в хирургическом лечении катаракты. Ну, далее требуется целая процедура, которая включает расчет искусственного хрусталика, УЗИ глаза, офтальмоскопию, биомикроскопию, ну и так далее. В процессе этого обследования пациенту рассказывается о том, какие есть искусственные хрусталики, какой искусственный хрусталик наиболее подходит данному пациенту в соответствии с его
возрастом, строением глаза, в соответствии с запросами пациента, то есть чего он ждет в послеоперационном периоде. Вот это вот тоже такое, хотела бы остановиться на этом моменте по поводу подбора искусственного хрусталика. Как происходит эта процедура у вас в центре? И то есть это индивидуальный подход или есть какие-то универсальные вот хрусталики, которые всем подходят? В нашей клинике, как и во всех клиниках, собственно, процедура подбора хрусталика достаточно стандартная процедура. Учитываются особенности строения глаза. Дело в том, что при замене хрусталика возможно не только избавиться от катаракты и поставить прозрачный искусственный хрусталик, но и решить ряд других проблем. Мы знаем, что не все глаза одинаковы по строению, и у ряда пациентов выявляется, например, роговичный астигматизм. То есть таким пациентам мы рекомендуем не обычные стандартные хрусталики, а хрусталики, которые еще и решат проблему роговичного астигматизма. Это так называемые торические хрусталики. Кроме того, замена хрусталика может решить вопрос и пресбиопии. То есть это та проблема, которая появляется с возрастом, когда на близком расстоянии пациент нуждается в пользовании плюсовыми очками. То есть вот при замене хрусталика можно решить и эту проблему, и можно получить зрение, которое будет устраивать пациента не только на дальнем расстоянии, но и на среднем расстоянии, на близком расстоянии. То есть максимально получить то зрение, которое было у пациента в молодом возрасте. То есть фактически можно подобрать хрусталик, который, с помощью которого можно вообще не пользоваться очками, правильно? Да, совершенно верно. Расскажите, как это происходит? Это так называемые мультифокальные хрусталики. Как происходит сама процедура операции? То есть вот приходит к вам человек, вы диагностируете у него катаракту. Что делается дальше? Вот расчет хрусталика вы сказали. Как вот этапы опишите? Дальше рассказывается, какие хрусталики. То есть вместе в процессе индивидуальной беседы с пациентом, учитывая его запросы, учитывая особенности его строения, в итоге мы выбираем тот хрусталик, который наиболее подходит и устраивает пациента. Далее пациенту назначается предоперационное обследование общеклиническое, то есть для того, чтобы операция прошла успешно, нужно, чтобы еще и послеоперационный период прошел успешно, то есть нужно, чтобы у пациента было все спокойно, относительно нормально в организме. Поэтому он сдает общеклинические анализы, он проходит обследование у терапевта, обязательно нужна консультация лор-врача-стоматолога на предмет исключения этой патологии. И когда пациент пройдет это обследование, получит заключение соответствующих специалистов о том, что операция не противопоказана, тогда мы уже можем подойти непосредственно к назначению даты операции. Как понять, что ждать уже дальше нельзя, что катаракта становится зрелой, и специалисты в таком случае помочь в принципе не смогут? Это можно как-то проконтролировать? Ну, конечно, можно. В принципе, каждый пациент, он же видит, что снижается зрение. То есть однозначно нужно своевременно обращаться к специалисту. У нас в обществе еще до сих пор, к сожалению, у ряда людей бытует мнение, что нужно дожидаться, когда катаракта созреет. До недавнего времени, до внедрения современных методик, когда оперировали катаракту без применения факоэмульсификации, то есть делали большой разрез, целиком извлекали хрусталик, вот именно тогда именно зрелая катаракта, как бы то ни парадоксально было, но оперировалась успешнее, чем катаракта незрелая начально. И вот с тех самых времен до сих пор еще некоторые люди считают, что почему-то нужно ждать созревания катаракты. На самом деле это неправильно, и очень важно как раз вовремя оперироваться, то есть не дожидаться зрелости катаракты, и тем более уже перезревания катаракты. Операция на глазах – это довольно-таки щепетильный момент, очень многих это пугает.
Расскажите, сама операция, есть ли вообще чего бояться? Насколько это страшно? Сколько она длится? Как она проходит? На сегодняшний день технологии настолько современные, насколько качественные, настолько безопасные, что на самом деле бояться абсолютно не нужно. Операция занимает порядка 10 минут. Она проходит абсолютно безболезненно. На сегодняшний день, в общем-то, это абсолютно безопасная процедура, поэтому как раз операции бояться не нужно. Нужно бояться того, чтобы не запустить именно эту катаракту, то есть чтобы не начались уже те осложнения, которые возникают при перезревании катаракты. А вот вы говорите безболезненно. Это колется обезболивающее? Бывают методики, когда делается так называемая ретробульбарная анестезия, то есть обезболивающий укол под глазное яблоко. Но на сегодняшний день мы все чаще прибегаем, и практически в 95% случаях у нас это операция с капельной анестезией, когда закапываются капельки обезболивающие, анестезирующие, закладываются гели анестезирующие, при этом разрезы выполняются абсолютно безболезненно, небольшая капелька препарата обезболивающего вводится через разрез в переднюю камеру глаза, и при этом операция проходит абсолютно безболезненно. От чего зависит точность поставленного хрусталика, от чего зависит безопасность? Вот расскажите про оборудование, на котором вы оперируете катаракту. Что касается самой операции, то мы применяем для хирургии прибор, так называемый факоэмульсификатор. Вот. На сегодняшний день это высокоскоростные и достаточно безопасные приборы. В частности, в нашей клинике мы работаем на приборе, который называется «Центурион». На сегодняшний день при максимальной скорости это максимально безопасная факомашина. Дело в том, что во время аспирации хрусталикового ядра, которая, в принципе, дробится ультразвуком, уже превращается в пыль, бывает момент так называемой окклюзии, когда достаточно плотным еще кусочком забивается игла и может возникнуть спад передней камеры глаза. То есть это достаточно такой небезопасный момент во время операции. Так вот, именно «Центурион» — это прибор, который оснащен компьютером. Именно этот компьютер постоянно анализирует внутриглазное давление в передней камере глаза. И поток жидкости, соответственно, направляется такой, который абсолютно соответствует оттоку. И именно на этом приборе не возникает момент спадения передней камеры глаза во время так называемой окклюзии. Постоянно сохраняется глубокая передняя камера глаза. При этом задняя капсула хрусталика, которую мы во время операции не трогаем, на которую мы ставим искусственный хрусталик, она оказывается на максимальной глубине. То есть такое грозное осложнение, как разрыв задней капсулы, при работе на такой факомашине он минимален. То есть эта машина дает вам возможность максимально сконцентрироваться на работе, правильно я понимаю, обеспечивая безопасность автоматически самой процедуры? В принципе, «Центурион» — это максимально безопасная факомашина. Послеоперационный период. Вы говорите, предоперационная операция 10 минут, послеоперационный. Сколько нужно наблюдать пациента в течение какого времени? Что входит в это послеоперационное наблюдение? Глаз пациента осматривается на следующий день после операции. Обязательно проверяется острота зрения, получена рефракция, осмотр пациента на щелевой лампе на предмет послеоперационного воспаления, корректируется назначение капель. Затем такой же контроль через неделю. И если все в порядке, то следующий визит уже через месяц. В принципе, к этому времени уже мы получаем стабильные рефракционные результаты. К этому времени мы уже можем подобрать соответствующие очки, имеется в виду для чтения, если это был монофокальный хрусталик. На практике бывают разные ситуации, поэтому, как нужно наблюдаться пациенту, как решает офтальмолог, визиты индивидуально назначаются. Наталья Юрьевна, и, может быть, вы можете посоветовать что-то нашим телезрителям для того, чтобы либо, если не поставлен диагноз катаракта, может быть, его можно как-то
избежать, что там какие-то специфические меры принимать для того, чтобы не поставили человеку этого диагноза? Или если уже поставили, то когда вовремя обратиться и как не упустить этот момент, чтобы сохранить хорошее зрение и здоровье? Ну, вообще, я думаю, после 40 лет, даже при условии полного благополучия, всем пациентам однозначно нужно хотя бы раз в году обращаться к офтальмологу. Если катаракта выявляется, то назначаются капли, назначается наблюдение. Но, в принципе, предотвратить это заболевание практически невозможно. Здесь еще очень много от генетики зависит. То есть наследственный фактор имеет большое значение. У кого-то катаракта появляется раньше, у кого-то она появляется позже. Вот. Но, в общем-то, это возрастной процесс. А раз возрастной процесс, то рано или поздно в той или иной степени он появляется у каждого. Это как любые возрастные изменения в любых органах, тканях организма. Самое главное, что лечится, и в 98%. Да, на самом деле катаракта – это золотой стандарт офтальмохирургии. Это на сегодняшний день самая эффективная, самая безопасная операция. Спасибо, Наталья Юрьевна, что были сегодня с нами, за полезные рекомендации. Нагадую, у нас у гостях була ведуча офтальмохірург медичного центру офтальмохірургії ОКО, кандидат медичних наук Наталія Юрівна Бачук. Бережіть себе і будьте здорові!